Всем привет! Хочу рассказать про такие вот камушки. Так, на самом деле это пластик, но они называются как декоративные камушки. Поставляется это все, естественно, из Китая. Так, камушки как камушки. Так, но если взять вот эти, они полежали на свету немножко на окне. Уже сейчас даже видно, что они немного отличаются. Вот. Дело в чем? Светящиеся камушки. Так, мы доски выдачи. Взять эти, так, то видно, что, пожалуй, видно, что они светятся. Вот эти лежали на свету, эти нет, эти лежали в ящике. Так. Значит, я потом покажу ночью, правда, скажу сразу, ночная съемка весьма некачественная, потому что надо снять в цвете, так, а мобилка как ночью может снимать, разве инфракрасный свет, то тогда черно-белая съемка. Но все равно я в цвете покажу, как оно более-менее выглядит. Конечно, это будет зернисто, все, уж не обижайтесь. Как мы их используем? Первым делом это юлианка наша. Вот, юлианка. Значит, раньше она обычно довольно активно так засыпала. Она у нас активная, такая девочка энергичная. Вот, лазит по кровати, говорит, шумит и так далее. Теперь эти камушки света набрали на окне или под лампу поставили. Вот, она легла, они так в цвете очень красиво светятся, камера этого не передаст, сразу говорю. Вот, но так они светятся красиво, возьмешь, рука аж светится от них. Вот, перебирает себе, ей сам пару раз ложился, брал себе их, вот так перебирал, очень приятно. Вот, светится так, весьма красивый свет, или на полочке там разложил, что сразу с кровати видно, как они светятся в темноте. Где-то до 2 часов там держится такой свет. Декоративная вещь. Так, ее еще используют там, например, в аквариумы выкладывают, которые там чуть помельче. Самые мелкие их используют, например, в декоративке. Там, ну, всякие. Кто делает столешницы стола, туда их добавляет. Они потом вечером встают люди, например, и оно светится столешницей красиво так. Кто там в картины лепит из этих камушков картинки, так тоже они светятся. Был один, что плиточник, тоже говорили, да, делал вот эти плитки тротуарные, тоже в них добавил. Вот, интересная штука, конечно, они не светятся всю ночь, хотя там, ну, очень тусклый свет может и до утра держаться, но очень уж тусклый, так ощутимо, 2 часа. Вот, но интересная, весьма интересная вещь, особенно когда ложишься спать для ребенка. Так, вот мы с этими камушками теперь засыпаем намного спокойнее. И просто можно по дому разложить. Пару камушков помельче я ей в заколку приклеил. Там сделали колечко на руку тоже с камушком. Тоже где-то походит по улице. Потом дома оно вечерком светится. Вот. Интересные такие вещи. Ссылочку я дам. По крайней мере, понятно, что кто ближе к Китаю, им проще заказать оттуда. У нас на Украине не очень-то навозишься с AliExpress, вот, то нас проще купить уже. Оно стоит довольно дешево, практически копейки. Вот, ссылочку я дам под видео, где их можно купить. Вот такая интересная декоративная штука. Ну, а сейчас посмотрим, сразу, конечно, предупреждаю, мобилка в темноте будет не ахти как качественно, но в основном, чтобы саму хоть картинку поняли, я покажу вам сейчас, как оно выглядит в темноте. Смотрим. Вот темнота. Вот темнота. Вот они лежат на подушке вместе с юлианкой. Так, я не знаю, видно ли, например, руки, еще что-то. Там, ну, вот сами камушки, как они выглядят. Я уже заснула. Да, юлианка говорит, что уже заснула. В темноте съемка, сами понимаете, какая. Если нужно в цвете, то оно, соответственно, все. Мы даже диван забрали. В крапинках, во всем, так, но я не знаю, видно ли даже мои руки, может, совсем вблизи видно, но камушки, видите, вот какие они камушки. И вот он, вон вот ляжешь эти камушки, перебираешь их себе, и так спокойненько с этим всем засыпать. Так, или на полочке разложить, оно на полках интересно так светится, на окне и так далее. Вот такая приятная весьма вещь, так, несложная, стоящая весьма недорого. Да. Ищется в интернете, если не на Украине, то камни светящиеся или светящийся пластик. Вот,
по Украине, я ссылку дам, откуда мне их прислали. Вот такая интересная вещь. Ладно, всем пока. Пока. Юлянка, скажи пока. Пока.